поблагодарить и поздравить наших правоохранителей с профессиональным праздником, прошедшим профессиональным праздником, Днем полиции. Вообще, их служба – это действительно очень тяжелая работа, их профессия очень тяжелая. Я хочу им пожелать сил, терпения и огромную благодарность выразить от всего города, что мы, как обычные граждане, чувствуем себя в безопасности, под защитой таких замечательных сотрудников полиции, как Сарове. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Я хочу сказать, что жизнь прекрасна, что надо больше улыбаться и радоваться жизни, потому что это чудесные моменты, которые происходят с нами постоянно, всегда. Просто всегда, ежеминутно, ежесекундно. Это гигантозавр. У него урон 7. Час времени 5. А ума тоже 5. А сил у него 6. Он из мира юрского периода и издает вот такие звуки. Меня всегда тянет в этот город. Я везде был, меня всегда сюда тянуло. Я с 50-го года здесь живу. Хотел бы, чтобы работали они, власти наши, всякие силовые и все подряд.